Привет, друзья! Ждали новое видео от Апельсина? И правильно, ведь для вас я собрал лучшие игровые эпизоды из сильнейших европейских чемпионатов, еврокубков и матчей национальных команд. Сегодня вы увидите уникальные, фантастические и супермощные голы в исполнении лучших футболистов мира. Если готовы, поехали! Многие вратари во время матчей выходят из ворот. Одни делают это для того, чтобы при необходимости опередить игроков атаки соперника, другие – чтобы позволить защитникам своей команды располагаться ближе к эпицентру событий. Но иногда такие действия киперов приводят к очень красивым голам. Так и произошло в игре Лиги чемпионов сезона 2015-16 годов между Ромой и Барселоной. Первый защитник римлян, Алессандро Флоренци, не спеша продвигался к флангу. Едва перешагнув через центральную линию, нанес потрясающий точный удар, забросив мяч за шиворот Марку Андре Терштегену. Друзья, а вы слышали о Ференце Пушкаше? Легенда мадридского Реала, феноменальный нападающий, который считается одним из лучших игроков в истории футбола. Сегодня именем великого игрока назван приз, присуждаемый за самый красивый гол года. В 2010-м таким был признан точный удар Хамита Алтынтопа. В поединке отборочного турнира Евро-2012 между сборными Казахстана и Турции. Гости исполнили домашнюю заготовку. Подача с углового завершилась супермощным ударом полузащитника из-за пределов штрафной, после чего мяч, едва не порвав сетку, залетел под перекладину. Иногда подключение защитников к атаке своей команды становится настоящим сюрпризом для соперников. Так произошло и в полуфинальном матче розыгрыша Кубка Англии сезона 2016-17 года между лондонскими Челси и Тоттенхэмом. Эден Азар и Сеск Фабригас безрезультатно пытались взломать насыщенную оборону шпор. Тогда бельгийский полузащитник откатил мяч Немане Матичу, который с левой от перекладины забил фантастический гол. Но не только Матич может так здорово разрядить свою пушку. У сборной Германии также нашелся свой джокер. В матче против сборной Северной Ирландии немцы сразу же заставили соперника опуститься глубоко в оборону и уже на второй минуте открыли счет забитым голам. Игрок хозяев не смог выбить мяч далеко из своей штрафной, и сфера попала к полузащитнику Баварии Себастьяну Руди. Последовал мощнейший удар, и круглый залетел в девятку ворот. Кипер североирландцев пытался спасти команду, но такие выстрелы не берутся. Карьера бразильца Казимиро в мадридском Реале складывалась отнюдь не идеально. Футболист подолгу сидел на банке, тренировался с молодежным составом и даже отправлялся в аренду в Порту. Но последние сезоны состав королевского клуба невозможно представить без креативного опорника. Свою важность для команды Казимиру продемонстрировал в игре Лиги чемпионов позапрошлого сезона против Наполи. В домашнем матче с итальянской командой у бразильца вышел фантастический удар с лета, который однозначно заслуживает нашего лайка, друзья. Увидев этот гол, вы точно запомните его надолго. Этот шедевр Марио Манджукича был признан лучшим голом Лиги чемпионов сезона 2016-17 года. Символично, что он был забит именно в финальном матче турнира, в котором Ювентус уступил Реалу в равной и захватывающей борьбе. Королевский клуб открыл счет на 20-й минуте, но уже вскоре свое веское слово сказал хорватский нападающий туринцев. Гонсало Игуаин получил мяч и сбросил его партнеру по линии атаки. Манджукич нанес классный удар через себя в падении. Впечатляет. Дальше вас ждет еще и не такое. Нынешний чемпионат Испании не может не поражать. Непредсказуемость встреч, уверенные победы аутсайдеров над лидерами и матчи середняков, сравнимые по своему накалу с играми грандов – все это «Ла Лига» сезона 2018-19 года. И голы здесь тоже забивают под стать таким матчем. Один из них зрители увидели в недавней игре «Вальядолида» и «Эспаньола». Форвард гостей Борха Иглесиас получил пас с центра поля и не стал обыгрывать защитников соперника. Вместо этого нанес разящий удар, заставивший врасплох вратаря хозяев. Друзья, помните крутые голы Дани Алвеса из моих прошлых видео, забитых им за Барселону?
На этот раз бразилец отличился эффектным мячом, забитым в составе «Ювентуса». Случилось это в полуфинальном матче Лиги чемпионов позапрошлого сезона, в котором туринцы встречались с Монако. После подачи углового черно-белыми на выходе сыграл вратарь гостей Даниэл Субашич и выбил мяч за пределы штрафной. Казалось, что опасность миновала, но на подборе отлично сыграл Алвес, который нанес прицельный удар с лета. Сколько же голов забил Арьен Робин после своих фирменных смещений с фланга в центр и последующего мощнейшего удара из-за пределов штрафной? Однозначно много, но самый красивый гол в этом стиле голландец забил в игре Лиги чемпионов против лондонского Арсенала. Тогда на февральский матч 1/8 финала турнира пришло 70 тысяч зрителей, которые стали свидетелями одной из лучших игр Баварии. Робин дал старт настоящему избиению канониров, которое закончилось 5-1 в пользу мюнхенцев. Подкрученный от перекладины практически в девятку. Да, таким голом можно любоваться очень долго. А вы следите за развитием событий в немецкой Бундеслиге. Похоже, что главенствованию Баварии пришел конец, а лидерство в турнирной таблице уверенно удерживает дортмундская Боруссия. Свои чемпионские амбиции шмели подтвердили в недавнем матче против главного конкурента. Команда дважды уступала по ходу игры, но все же в итоге праздновала победу. Немалая заслуга в этом принадлежит Марку Ройсу. Капитан отметился дублем, причем особой похвалы заслуживает его второй гол, забитый в касание после прострела с фланга. Интересно, станет ли с такой игрой Боруссия чемпионом Германии в этом сезоне? Как вы думаете, друзья? Конечно, какое же видео, посвященное лучшим голам, может обойтись без Криштиану Роналду? Этот мяч португалец забил в то время, когда только начинал восхождение на футбольный Олимп. В 2009 году Манчестер Юнайтед встречался с Порту на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов. В ответном гостевом матче «Дьяволы» повели в счете уже на 6-й минуте благодаря выстрелу Криштиану более чем с 30 метров. Футболист получил пас в центре поля и практически молниеносно направил снаряд в цель. Ну а дальше еще более крутые голы от других звезд. Смотрим. Все мы помним драматический финал Лиги чемпионов 2005 года между Ливерпулем и Миланом с тремя забитыми голами в каждом из таймов и не менее эпической серией пенальти. Но ведь всего этого могло и не быть, если бы не капитан команды Стивен Джерард. В декабре 2004-го красные принимали Олимпиакос. За 5 минут до завершения последнего матча групповой стадии команда одной ногой стояла на 3-м месте, что означало переход в Кубок УЕФА. Ливерпуль вел в счете 2-1, но для прохода в плей-офф нужен был 3-й гол. И тогда Джерард решился на мощный удар в касание из-за пределов штрафной. Промахнись тогда, капитан, и не было бы той победы 5 месяцами позже. Символично, но именно Джордану Хендерсону передал капитанскую повязку в Ливерпуле Джерард. Полузащитник также обладает мощнейшим ударом, которым при случае пользуется. Как, например, в матче против Челси 5-го тура Премьер-лиги сезона 2016-17 годов. Тогда красные поймали кураж и играли очень красиво. В одном из моментов хозяева проиграли подбор перед собственной штрафной. Мяч достался Хендерсону, который по невероятной дуге отправил его в дальнюю девятку ворот. Как вы думаете, кто-нибудь еще способен забивать подобные голы? Гол в стиле Златана Ибрагимовича с передачи самого Ибрагимовича. Именно так можно сказать о этом забитом мяче, автором которого стал Генрих Мхитарян. Произошло это в матче Манчестер Юнайтед и Сандерленда в позапрошлом розыгрыше Премьер-лиги. Швед сделал акцентированную передачу с фланга в штрафную, где его партнер пяткой в падении переправил мяч в сетку. Удар Скорпиона – это бесспорно круто, но вот следующий гол поразит вас куда больше. Ну и, наконец, феноменальный гол Энди Кэрролла в ворота Кристал Пэлас. Очень часто мощные нападающие отлично играют на втором этаже и большую часть своих голов забивают ударами головой. Но форвард Вест Хэма, чей рост составляет 191 сантиметр, показал суперпластичность и ударом через себя в падении отличился забитым мячом после навеса партнера. Знаете, я видел много красивых голов, и этот мяч однозначно можно отнести к лучшей десятке. Кто из вас согласен со мной?
А на этом все. Я очень надеюсь, что мое видео вам понравилось. Ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал. Ну и, конечно, хочу у вас спросить, чей же гол вам понравился больше всего? Ответ жду в комментариях. До скорых встреч, друзья!